Рэйчел, ты готова? Пора ехать в аэропорт. Да, уже почти собралась. Документы не забудь. Не забуду, паспорта взяла. Хорошо, билеты у меня. Кажется, уже утро. Стоп. Какое сегодня число? 27-е вроде. 27-е, пятница. Аксель, у нас сегодня вылет. Вот черт, надо срочно собираться. Мы, как обычно, везде опаздываем. Я даже не удивлен. Может, позавтракаем? В самолете поедем. Мы уже должны выезжать. Я сейчас только такси закажу. Хорошо. Мы, в принципе, успеваем, но надо поторопиться. Нас ждет долгий путь в Лос-Анджелес. А сумки что, я должен тащить? Так что, Джилл, сходишь навстречу? Не знаю, столько работы. Да ты сходи, я все сделаю. Во сколько там начинается банкет? В 7 вечера. Иди сходи по магазинам, вы, девушки, вроде любите шопинг. А я, если успею до 7 сделать все отчеты, то приду на вечер. Тебе вовсе не обязательно это делать, Эндрю. Нет уж, я не хочу, чтобы моя сестренка пропустила встречу выпускников из-за глупых отчетов. Ах, что ж, встреча выпускников через 6 часов. Успею перекусить. Еще и собраться надо. Эх, как, наверное, все изменились. Пойду в магазин. Надо бы муки взять. О, точно, и сливочный крем не забудь. Давненько я не ходила по городу. Знакомое лицо. Джульетта. Какие люди? Так никуда отсюда и не уехал. А зачем уезжать? Мне и тут хорошо. Ты, я вижу, тоже стала здесь. Не встречал тебя что-то? Я редко выхожу на улицу. Чего это так? Я работаю в помещении. Всегда. А, к слову, так, ты идешь сегодня навстречу? Еще бы. Хочется повидать старых друзей. Ну, если честно, не сказала бы, что ты был особо дружелюбным. Возможно. Ладно, увидимся вечером. Пока. Войдите. Да, вы что-то хотели, мэм? Розенбаум, не мели чушь, какая я тебе мэм? Кей-Джей, что ты здесь делаешь? Пришла навестить старого друга, а ты, я вижу, мне не рад? Может и рад, но ты же была в Южной Мексике. Приехала. Сегодня для меня очень важный день. Зачем ты ко мне пришла? Дарвин, какой-то ты не очень вежливый. Между прочим, все вот это благодаря мне. Сидит здесь в своем кабинете главврача и совсем не рад видеть старую подругу. Давай по делу, у меня много работы. Дарвин, все это время мы с тобой очень хорошо общались. И я лишь хотела сказать, что кажется, ты мне нравишься. Кейт, не смеши. Если ты пришла, чтобы сказать это, то можешь уходить. Да нет же, Дарвин, послушай. Ты, должно быть, шутишь, ибо ты не можешь говорить серьезно. Даже если так, то что мне с этого? Кейт, давай будем честны. Ты еще очень юна, да и тем более почти не знаешь меня. Мы можем продолжать общаться как друзья, но не надейся на что-то большее. Ой, посмотрите, как мы заговорили. Да пошел ты. Такая глупышка. Алло, доча, вы зайдете салоном сегодня? Судя по времени, вы должны были уже приземлиться. Да, мам, мы уже в аэропорту Лос-Анджелеса. У нас мероприятие через час. Будем у вас после встречи. Хорошо, напиши мне, как закончится вечеринка. Мы с твоим папой и Лютиком подготовим ужин. Да, мам, мы прилетели. Здравствуйте, миссис Честер. Привет, Дориан. Аксель покушал? Да, он съел сэндвич с тунцом и йогурт. Мам, ты могла у меня это спросить напрямую. Нет уж, я тебя знаю. Дориан больше о тебе заботится, чем ты сам. У нас есть совсем немного времени, чтобы заехать к твоим родителям и оставить вещи. Ничего, мне кажется, мы успеваем. Ох, а как я выгляжу? Как всегда, прекрасно, солнышко. Ох, прошу прощения, мисс. Это вы меня неуклюже, простите. Видимо, нам обеим стоит быть осторожнее. Это точно.
Еще увидимся, Джилл.